Художник из Бакова создает дома своего детства в миниатюре. Так он хочет сохранить память о советском квартале, в котором раньше строились двухэтажные дома из глины и дерева. Сейчас почти все постройки снесли. В мастерской художника побывал Кямран Гусейнов. Этот переулок – все, что осталось от советского квартала Баку. Остальные дома снесли, следуя генеральному плану. Для художника Айдына Багирова эти места родные. По узким улочкам он катался на велосипеде, по ним же шел на работу. Когда еще не было, соответственно, не было центрального парка, то есть можно было просто по этим улицам доходить до недалеко отсюда находящейся церкви, Русской Православной Церкви. И я так судьба сложила, что я там где-то полтора года проработал таким подмастерьем. Местная архитектура впечатлила Айдына. Множество малоэтажных домов постройки конца 19 века. Здесь каждый построил, как он хочет, как ему интересно, как ему кажется, что красиво. И по мере таких возможностей. Время не вернуть, но отстроить родную улицу заново можно. Хотя бы в миниатюре, решил Айдын. Макеты художников создает по снимкам и по памяти. Это моя первая работа, которую лет 6 назад, наверное, я начал делать. Это старое, судя по всему, какой-то то ли склад, то ли... Там были ставни, то есть там были длинные арки до почти что до земли. Большинство макетов из картона. Часто делает из подручных средств. Использует баллончики из-под дезодорантов или цепочки. Самое сложное – найти нужные пропорции и добиться максимального реализма. Это очень интересно, когда ты перед собой ставишь задачу сделать какую-то текстуру, и чтобы она была очень похожа. Ты прибегаешь ко многим материалам, ко многим техникам. Ты хочешь добиться эффекта бетона, кирпича, той шершавости, той, чтобы оно и тактильно тоже ощущалось, даже на таком уровне, когда сильно увлекаешься, то есть даже тактильно, чтобы это было очень похоже. Макеты – это хобби, но несколько мини-домов Айдын уже представлял на выставках. В творчестве развивается в разных направлениях. Например, этот макет вдохновлен стимпанком. Кямран Гусейнов, Мурат Гусейнов, Хикмет Гуламов, Мира 24.